Всем привет! Сегодня мое видео для домохозяек, для тех, кто любит чистоту на кухне, ну и даже, скорее всего, для тех, кто ее любит, но не любит этим заниматься. Вот такое средство называется оно супер антижир. Например, покажу, вот у меня есть крышечка, она стояла на кухонном гарнитуре наверху. Ну, больше года, наверное, ее никто не трогал. Здесь вот такой вот липкий налет. Что мы делаем? Мы просто наносим средство из распылителя. Вот таким вот образом. Ждем пару минут и потом протираем тряпочкой. Сейчас лето, многие приезжают в гости к маме, к бабушке, и они, как правило, ждут от нас, что мы наведем порядок на кухне, помоем эти злосчастные шкафчики, на которых почему-то всегда образуется такой неприятный налет наверху, брызги от жира приготовки и так далее. Так, немножко ждем. Например, еще, смотрите, также подходит для эмалированных кастрюлек, чайничков. Вот чайник, который также забрызган следами вот масла, жира стоит на плите. Видите, уже сразу вот потеки разъедаются. Если у вас слишком загрязненная поверхность кастрюльки или сковородки, лучше всего ее нагреть и на тепленькую наносить. Тогда средство сработает гораздо эффективнее и быстрее. Вот они, потеки уже расходятся. Так, покажем чайник. И посмотрите, вот все дело на поверхности стола, ничего не делается с покрытием. Не портится ни цвет, ни фактура, то есть средство достаточно безопасное. Оно хорошо справляется со своими задачами. Смотрите результат. Так стало, и вот так было. И таким образом можно привести в порядок быстро-быстро всю кухню. Теперь наш чайник. Точно такой же эффект. Протираем губочкой. Ну, можно помыть под краном, как удобно. Смотрите, все жирные у нас ушли. Даже не используя металлическую губочку. Ну и вот остатки на тряпочке. Остается грязь. Если хотите чисто и быстро, приобретайте вот это средство супер антижир, и вы останетесь довольны, и ваша мама и бабушка будут вам благодарны за чистую кухню.